о результатах глубокой реконструкции изображений на основе анализа мозговой активности сообщили ученые из Университета Киото. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии они создали метод декодирования, позволяющий визуальную активность мозга перевести в иерархические функции глубокой нейронной сети. Оказалось, что мозг обрабатывает визуальную информацию именно иерархически, выделяя разные уровни и компоненты с разным уровнем сложности. Метод реконструкции мыслеформ позволил увидеть как реальные объекты, которые человек видит в данный момент, так и объекты из памяти. Результаты исследований показывают, что иерархическую визуальную информацию мозга можно эффективно объединять для реконструкции воспринимаемых и реальных образов.